Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдис, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы вроде кого-то там прокачали, не помню кого, убили там парочку покемонов, ну, словили может кого-то, не помню уже. Но сейчас мы как бы продолжим кого-то ловить, вот тут какой-то у нас покемон босс, только не под землей, да, твою ж. Под землей он все-таки. Хотя бы попытаемся его найти. Он тут. Нет. Или все. Да, вот он, вот он, вот он. Иди-ка ты вот сюда. Отлично. Так. Фосю. Гравий. Какая высота? Нет, тут не знаю, будет что-то или нет. Там какой-то проход есть. Да, в принципе, тут тоже. Так, тут у нас что-то есть. Или вот тут. Нет, ничего тут нету. Вот там еще гравий у нас. Так, сейчас мы как-то вот туда. Вот так. И вот так. Тут у нас нет, ничего нету. Так, 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 так. Там у нас покемон босс на карте. Ну, сейчас мы туда пойдем, если успеем, конечно. Потому что тут есть еще гравий. Два покемона босса, офигеть. Офигеть. Если, конечно, успеем, то пойдем. Если нет, то... Ладно, один уже пропал, так что идем мы. Это, ух, твою ж. Он еще там вообще-то или нет? Да, вот он. Убиваем мы его, ребята. Давай уже. Ах ты ж. И вот так. Давайте куда-то, может, вот сюда. О, там, там покемон босс. Вот он. И там еще один был. Ах, твою ж мать. Одишь покемон босс, о капут. Да дико. Ух ты ж. Мелкие такие, хрен. Да. Да ты что, издеваешься, что ли? Да иди. Ты уже. Ух, твою ж мать. Сейчас. Там одишь был просто. Вот он. Так. Ультрабол. Еще один одиш нам нужен. Отлично. Словили мы одиша, ребята. Там у нас были еще покемоны-боссы, но уже, походу, нет. Да. Так, идем мы вот сюда.
О, там у нас кто-то есть. Вот, иди-ка ты там. О, там еще один покемон босс, ребята. Ух, уже места нету. Так, где он? Опять под землей. Да ты... эти покемоны под землей. Ну, сейчас попытаемся хотя бы его найти. Или он уже... Да нет. Вот как раз. Так. Отлично. Ух, еще один экспешер. Так, сейчас тут у нас может кто-то и будет. О, гравий. Фиг его знает, ребята. Ладно, идем мы вот сюда, например. Капут. Ух, ни хрена себе! Сюда, например. Тут никого. Сюда. Тут тоже. Сюда. О, там есть. Бежим туда. Так. Сейчас, кто там у нас? Опять под землей? Да ты чё, прикалуешься? Да твою ж... Где ты? Сейчас, он ничего и вообще на карте? Да. Где-то он вот у нас вот тут. Сейчас попробуем. Какая там высота? Ох. О, офигеть. Ладно, не будем это брать. Где он? Где вот тот покемон? Где-то он вот тут должен быть. Или мы его уже, наверное, пропустили просто-напросто. Или он тут. И фиг его знает, где он вообще. Честное слово. Где-то он там должен быть, но что-то я никак не вижу его. Вот, где-то вот тут. Я думаю, что мы его уже пропустили. Или нет. Или он тут. Вот, наконец-то, во капут, замечкался. Вот так. Так, тут у нас есть гравий, поэтому, ребята, гравий есть, но... Так, тут у нас что? Тут вроде ничего нет больше.
Сейчас, сейчас посмотрим. Пойдем мы еще вот сюда. Ох, как алмазы там стоят. Ага, сейчас бы вот сюда пробраться. Капут, да. Проберемся. Ай. Поднялись. А где он? А, вот алмазы. Так. Вот так вот. Отлично. А тут у нас еще что-то будет. Или нет? Сейчас посмотрим. Ух, алмазы, офиген. А где они вообще были? Что, уже больше нету? Сейчас. Да я вроде там видел, что еще были. Или нет? 8. Еще 8 алмазов. Офигенно. Или мне показалось, или там реально еще был алмаз. Фиг его знает. Да, вроде нет. Так, ладно. Нет, нету алмазов. Так, идем мы еще вот сюда, ребята, посмотрим, что тут может быть. Там ничего уже. Тут. Да, тут, в принципе, я думаю, что тоже ничего. Да. Так что идем мы вот сюда. Там уже ночь. Да, ночь. Ночь, и давайте пойдем мы вот куда-то вот. О, тут еще какой-то остров. А капут. Тут тоже никого. Кто? Да. Капут простыл. Офигеть как. Вот покемон босс. А нет, не сильно простыл, но вот эти. Ох, капут. Так, идем мы вот сейчас на тебя. Да не ты. Вот ты. О. Так, нужно бы все-таки идти уже инвентарь очистить немножко. Что тут у нас еще? Вот это можно поднять. И какой уровень? О! Ух, кто туда и бегают там. Так. Ты какой? Вот. Тебя можно. Ты какой? Вот. Ну. И вот так. Отлично. Сейчас еще и тебя.
И кто тут у нас еще есть? Больше вроде никого. Так, идем мы домой, ребята. Идем, поскладываем инвентарь. О, там нет, там еще один покемон босс. Вот он. Да иди ты сюда, ты ж... Ох, капут. Вот это бы сейчас все поднять до... Идем мы домой. Сейчас мы все это уже поскладываем в сундуки. Так. Тут у нас вот это. Сюда. Вот так. Сюда. Вот так поскладывали мы и вот сюда. Отлично. Фух, ребята. В принципе, давайте все-таки на этом уже закончим. А, вроде мы никого не словили, никого не прокачали. Не, ну как бы не эволюционировали, да, но прокачали. Зато там. Сейчас, там еще один покемон босс. Где он? Где он? Вот он. Так, иди сюда. Еще один мастербол. Да капут, ребят. У нас уже 7 мастерболов. Офигенно. Ах. Ой, там еще один покемон босс. Так, вот он. Так, где ты? Вот здесь, вот. Так, иди вот сюда, 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 сюда. Вот так. Ну. Кто-то еще есть? Тут уже никого. Тут. Вот. Там есть еще один. Вот он. Отлично. Еще кто-то. Ну, куча вообще, куча действительно покемонов-босса спавнится. Ух, нет. Идем мы вот сюда. Тут. Никого. Тут. Сейчас мы по джунглям побегаем немножко. Тут тоже никого. А вот тут. И тут никого. Так, ребята. Где у нас еще джунгли есть? Или хотя бы фиг его знает. Давайте пойдем уже домой. Вот так. Все, ребята, давайте на этом уже действительно закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.